Продолжились торжественные мероприятия в Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог». Здесь тоже звучали слова благодарности за труд наших прославленных земляков. На лицах 14-летних ребят волнение. Сегодня в торжественной обстановке им вручает главный документ гражданина России. Обращаясь к юным землякам, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин подчеркнул, что получение паспорта – это начало нового и очень интересного этапа в жизни. И символично, что он стартует с праздника, вобравшего в себя всю многовековую историю страны. Ведь главная заслуга в укреплении и развитии государства всегда принадлежала его гражданам. Заглядывая в прошлое, мы видим, что только сплочением, общими делами, общими целями наше государство всегда развивалось. Поэтому я хочу, чтобы мы впредь всегда были вместе, едины, у нас были цели, а цель одна, благородная, чтобы наше государство развивалось, чтобы наши дети жили в прекрасном месте, в прекрасном городе, в замечательной стране, а мы для этого приложим все усилия. Также благодарственные письма администрации были вручены новгородским организациям, активно участвующим в поддержке общегородских патриотических проектов. В знак признательности командование и экипаж подводной лодки «Великий Новгород» тоже передал приветственные адреса шефам предприятиям областного центра. Их вручила крестная мать субмарины Лариса Сергухина. Сам экипаж сейчас готовится выйти на боевое дежурство, охранять покой и мощь нашей страны.